Эти соревнования можно отнести к категории нетипичных, только потому что в зале непривычно тихо. Однако знающие футболисты говорят, шум вокруг создают болельщики, команда же сосредоточена на игре. Так было и здесь. Слаженность действий, точные передачи и заветные забитые мячи. Чемпионат страны по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха получился насыщенным на эмоции. И это была достойная игра. Мы имеем спортсменов разного уровня. И молодежь, и взрослых. Есть и мастера спорта, кандидаты, разрядники. Мы развиваем этот вид спорта и считаю, что он очень перспективный для наших спортсменов. Мини-футбол – одно из самых массовых направлений развивающихся федераций. К этим стартам спортсмены всегда готовятся основательно и заранее. Ведь на кону не только победа команды, но и возможность стать участником белорусской сборной на международных соревнованиях. Уровень игры высоко оценили и опытные футбольные тренеры. Уровень команд, которые принимают участие в чемпионате Беларуси, довольно-таки приличный. И ребята показывают хорошие спортивное мастерство, хороший уровень подготовки, и видно, что команды приехали с одной мыслью, только бы, как говорится, победить и быть чемпионами. А еще республиканский чемпионат – это отличная возможность встретиться с коллегами, пообщаться и обменяться опытом подготовки спортсменов. Ведь слаженность в таких командах начинается с сыгранности и эффективной невербальной коммуникации, которая появляется только в процессе постоянной работы.